Всем доброе утро, друзья! У меня уже завтрак. Оладушки вчера, которые мы жарили. Я себе яйцо сделала. Люблю макать. Вот так вот. Очень вот так люблю. И блины люблю, так и оладушки. И даже хлеб. Вот. Готовить не знаю, что буду, не буду. У нас осталась поджарка, картошка. Сходила в магазин, купила мука, масло и молоко в магните. Так, масло 70, мука 47,90. Это 52. Ну, без одной копейки там. Я думаю, эти продукты обязательно все должны все равно быть. Да, молоко 51,99, масло 69,99 и мука 47,90. А мы что-то с мужем подумали. Миша же у нас уехал. Он говорит, а что, супа нет на обед? Я говорю, нету. Он сегодня ходил в больницу, сдавал анализы, кардиограмму, короче. Я говорю, боже, с колбасой супчик, он любит такой. Сейчас я вот маленькую быстро почищу картошки, луковичку, морковь сказал, не надо. И достала колбасу замороженную. Она сейчас быстро отойдет. Вон сейчас на солнышко положу ее. А я сейчас почищу луковку. Я ее обжарю. А, у меня где-то там кусочек маленький, где-то сыра завалялся. Можно кинуть будет. Хотя он тоже не любит, спрошу. И яйцо. Взболтаю. Яйцо взболтаю и залью. И очень даже будет неплохо горяченького. Вот не можем мы без супа, девчонки. Так, луковка. Ну и все. И сейчас быстро почищу. Картошечка разваривается. Я люблю такую разваристую. Вот, а на ужин у нас есть, да. Что там доедать? У него картошка есть. С это. С поджаркой. Рис есть. Я даже риса отложила, убрала в морозилку, потому что, ну, мне столько не съесть. Я тоже один раз могу поесть, больше не хочу. Так что все, варим легкий супчик, быстрый, легкий, вкусный суп. Вообще ничего не видно. Так, яйцо. Я вот так взболтала. Так, лучок. У меня здесь 1,5 луковицы. Масло я налила, поставлю сейчас зажарить. И вот колбаска. Видите, она уже отошла. Я ее сейчас кубичком порежу. Картошку поставила. Еще не кипит. И кину вот эту вкуснятину. Ну, я пока уберу, чтобы не видели у меня. А может, не буду, может, своей приправки добавлю. Посмотрим. Так, сейчас я порежу. Это у меня вообще сырокопченая колбаса. Я ее и так съем. Когда Миша брала. Вот. А это варено-копченая. Это хорошая колбаса. Просто, знаете, бывает, смотрю, уже наелись. Уже не едят. И я ее в морозилочку. На пиццу, вот так на суп выручает. Тогда даже делала шаурму ребятам. Не было у меня курицы. И я колбаску нарезала такими вот. Вот такими вот. Вот так. Раз, раз. Обжарила, и никакой курицы не надо. Вот так вот.
Раз, раз и все. Солянку. Солянку я делаю Мишке. Мишка любит. Я бы даже, вот у меня осталась вот вчерашняя поджарка, да, я бы для себя, девчонки, сварила бы суп. Вот с этой поджаркой. Но Саше нет, не надо. Леша, машин с хлебом. Хватит. И кинула бы мелко вермишели. Вот видите как. Ну, пусть сварю по его, пусть ест. Ну, все. Ставим обжариваться лучок. Лук обжаривается. Картошечка кипит. Пеночку убираем тут, какая у нас всплывает, образовывается. Посолила чуть-чуть. Чуть-чуть посолила. Так. Вот так лучок прямо, видите, как хорошо поджарился. Уже так пахнет вкусно. Я сейчас сюда колбаску. Так. Вот. Лучком сейчас. Картошечка варится быстро. Вкусный суп будет. Я бы с клёцками сделала. Да хоть с чем. Вот я вообще, честно говоря, да, как говорится, всеядная. Ну и все. Уберем пеночку. Сейчас прикрою крышечкой. Вот так. Картошка разваривается. Вообще нынче картошка, девочки, очень вкусная. Тут вот я отваривала. Ну, с таким удовольствием я ее поела вообще. Все, это я выключаю. Картошка у меня уже сварилась. Девочки, я половинку закинула кубика. Половинку. Так, сейчас вот эту нашу зажарочку сюда. Так вот. А то муж мне иногда говорит, варишь специально, говорит, чтоб я не ел. Так что. Вот такой вот супчик у нас. Сейчас прокипит, и я туда яйцо запущу. Переставила сюда кастрюльку. Вот. Смотрите, картошечка уже вся почти что разварилась. Вон какая мягонькая. Замечательно. Так, сейчас, значит, я... Приправка. Чуть-чуть. Чуть-чуть. Ну и наше яйцо. Вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. Вот так. Вот и все. Вот и все. Девочки, суп готов. У нас сегодня опять воду отключили горячую. Сейчас я попробую на соль еще все-таки. Можно лаврушку кинуть. Саша у меня любит. Сейчас я попробую. Вы знаете, чуть-чуть добавлю, вот совсем капельку соли.
Вот совсем капельку. Ну и все, девчонки. Ну, я захочу, я себе положу в тарелочку зеленушки. Вот. И надо, наверное, сделать салатик. У меня еще там и огурцы, и редиска, и помидоры тут это самое краснеют свои еще. Но не знаю, на ужин, наверное, сделаю. Все. О. Ну что, чем не суп, правда? Ну вот и обед. Сейчас чесночка. Чесночок у нас всегда на столе присутствует. Я буду доедать все-таки сухарики. У меня есть сухарики. Так, что еще можно? Поперчим. Вот такой супчик. Замечательный. Всем приятного аппетита. Кто со мной кушает, он, конечно, очень горячий. Дедушка, у меня что-то лежит. Надо позвать обедать. Девочки, месяц овес заваривает в термосе, пьет. Месяц отдыхает. Вот. И получается, знаете, сейчас вкусно. Вообще, пусть остывает. Сейчас он будет разогревать овес, пить. Потом какое-то время, минут, не знаю, 15, он будет ждать. Только потом будет кушать. Так что я его не жду никогда. Так, а что я с сухарями буду? Это чеснок, ладно? Чеснок я и потом поем. Вот, тут у нас еще несколько оладушек осталось с чаем. Нам хватит. А я поем супчика. И пойду спать. Такое солнце вообще. Завтра на дачу поедем. Хочу садить чеснок. Сегодня хотели ехать. Но... В больницу ходил. Я говорю, давай я одна поеду. Да что, тебе так срочно, что ли? Я говорю, да нет. Ну, ладно. Горячо. Вкусно, девчонки. Даже вот просто иногда хочется такого супа. Пошла в магазин. Думаю, куплю рыбки. Хотела купить скумбрию. Девочки, она вся ржавая. Я посмотрела, посмотрела, но ничего не нашла. То же самое минтай какой-то, весь большущий. Я большой не люблю. Его если только на котлеты это через мясорубку. Короче, взяла рыбку голец. Дорогая. Так, рыбка у меня вышла на 167 рублей. Вот это вот. Вот я ее помыла, разрезала. Ну, что делать? Ладно. Я ее, между прочим, никогда не ела. Здесь у меня мука с солью. Я приготовила. Как обычно, я ее сейчас сюда вот так вот поскидаю. Сковородка у меня стоит уже, масло разогревается. Ой, рыба дороже мяса. Головку сама буду есть. И вот так. Вот так вот я ее сейчас, здесь она у меня. Все, и на сковородочку. Ну и все. Сейчас пожарим.
Ну, попробую. Вот, честно слово, никогда не брала. Еще не разогрелась, но ничего страшного. Или у них, знаете, электричество отключали. Очень часто стали электричество отключать. И оно, знаете, вот подтаивает, когда... И вот эта пленка-то, она же вся в этой, когда рыба подтаивает. Так, огонечек убавляю. И сейчас я ее закрываю. Тарелочкой прикрою. То ли из-за этого, но брать ее неприятно. Все. Крышкой закрыла. У меня там свободная крышка-то от сковородки, от другой. Рыба жарится, а я салатик режу. Так, вот кабачки у меня тут. Последние огурчики свои. Накрошим. Я пеку торт. У меня у дочки день рождения. Бисквитный. Крем-чиз будет. Воскресенье будет. Сейчас сам бисквит испеку. Ему надо отлежаться. И редиска. Сейчас немножечко тут ее почищу. Наверное. Вот и все. Рыбку я уже перевернула. Огонечек убавила. У нас картошка отварная есть. Я ее разогрею. И прекрасный будет ужин. Девочки, вот такой я сейчас достала бисквитик у меня. Вот. Так, и что, рыбка? Сейчас еще надо мужу чистить. Салатик, лук. Ну и вот картошечку. Сейчас я сюда закину лучок. Обжарю. Я вчера ее просто отваривала, Саша. Немножко сейчас присолю. Вот такой у нас будет ужин. Немножечко. Он у меня не любит много соли. Много соли у меня не ест. Короче, все. Пусть все поджаривается. Кому интересен мой рецепт бисквита, у меня есть на канале. Пишите, я вам ссылочку скину. Ну вот и ужин. Я себе картошечки положила, рыбку всю почистила, салатик. Так что всем приятного аппетита. И всем пока-пока. Всем хочу сказать огромное-преогромное спасибо.